А вот главу Укравтодора Славомира Новака вызывали на допрос. Причем не в Украине, а в Польше. Ранее он возглавлял Министерство транспорта, строительства и морского хозяйства этой страны. Но потом из-за коррупционных скандалов его с треском уволили. Теперь же против Новака открыто еще одно дело. Следственная комиссия польского сейма заподозрила его в причастности к организации финансовой пирамиды Amber Gold, в которой, в результате деятельности которой пострадали 11 тысяч польских вкладчиков. Теперь Славомир Новак уже украинский политик и на своей странице в Фейсбуке называет расследование попыткой сведения счетов с ним и экс-премьером Польши, а ныне председателем Европейского совета Дональдом Туском.